Мы с вами вот что сделаем. Мы с вами лучше возьмем сейчас кубик. Вот такой, да. Ну, конечно, поменьше. Потянем его уже по иксу. Здесь вот видно, что он не подходит. Даже так не подходит. Делаем тест по Z. И тест по Y. Вот так. Поднимаем. И сжимаем. SPX сжимаем, сжимаем, сжимаем. И уводим сюда. GPX вот сюда. И смотрим. Почти в аккурат. Да? После этого берем вот эти два ребра. И вот это. И говорим, что нам надо Ctrl-B. Так, теперь все будет правильно. Угу. Может быть, только вот. Вот этот еще потянуть G по X сюда, так, чтобы все было законно. Ну что ж, это мы получили с вами очень хороший. Так, теперь выбираем вот этот. Идем в Edit Mode. Тут кое-что не нравится. А вот этот, этот, этот и этот нам надо выдвинуть. Е. Вот так. А этот Е. И внутрь немножечко. Вот так вот. Получили нормальное окошечко. Замечательно. Так, ну все с этим. Нет, не все, как я сказал, нам необходимо тут всячески еще причиндалы, в частности, какие. То есть, как я сказал, здесь этот ключики надо поделать. Это отдельно сделаю. И здесь надо написать кар-сервис. Вот тут поставить. Ну и кроме этого, тут всяких зеленых штучек наделать. Хорошо. Так. Нам надо с вами сделать ключи. Как их сделать? Давайте попробуем. Возьмем сейчас мышь. Циркл. 32 это дофига. Скажем, на 12, да? Так, 12, отлично. Теперь перейдем в Edit Mode. Edit Mode. Так, ну-ка. Если я вот эти потащу вниз. Сначала я должен выровнять. Это будет S по Y, ну, да? Точно. Так, а вот теперь мы можем ее потащить сюда. Так, нет, не получится. Ну, вот так хотя бы, да? Теперь мы можем ее нажать. Вот так сделать. А потом
Эти фейсы убрать. А, неправильно. Это было неправильное движение. Подождите. Дайте сообразить, как лучше сделать. А, просто Е. Не, ну что значит просто Е? Сейчас поэкспериментирую, приду. Давайте попробуем так, что я вот возьму это, скажу Е, он начнет нам рисовать. Так, дальше я опять скажу Е. Он потащит их вот сюда. Е. Вот сюда. Е вот сюда. И сюда. Не. Теперь это и это F. То есть мы с вами создали такую начальную для ключа. Ну, я думаю, что вот это, наверное, многовато будет, да? Давайте мы ее подвинем. Да? По Y-ку. Ну, так где-то должен быть ключ. Выглядит так, хорошо. Теперь эти два, Shift, Ctrl, B. Делаем поболее. Вот так, да? Хорошо. Дальше мы возьмем, выделим все. И скажем F, да? Прекрасно. Тащим наверх. Е. Замечательно. Так. Теперь. Это потом, наверное, или сразу. Или сразу. Мы возьмем вот этот, скажем, Ctrl-B. Ну, это много. Ну, я думаю, что вот так будет достаточно. И здесь Ctrl-B. Вполне. Далее. Я такой, чтобы сдвинул ее, эту штуку, скажу вот, G по Y, вот сюда, к примеру, я бы ее, хотя это, наверное, много. Вот так. Так. И потом я бы сказал, что давайте объект, set origin, 3D курсор. И по Y, да? Нам нужен mirror. Сериндом, что это mirror. Mirror, как люди говорят, да? То есть вот так. Хорошо. А дальше мы с вами поступим к следующему. Возьмем вот этот. Не, вот это возьмем. Вот это. А также возьмем это вот. А, нет, так мы не возьмем. Нам надо сказать play. Секундочку. Ну, скажем play, что мы согласились с этим. Теперь это один объект. Это значит, что мы можем спокойно здесь выбирать этот и этот. И чудесный способ bridge. Вот. А дальше Ctrl-R и Ctrl-B. Нет. Мы возьмем здесь Ctrl-R.
скажем, s, y, 0. Потянем ее еще раз. G, E. S, Y, 0, я сказал. Есть. Теперь можем тянуть. G, K, X, да? По Y. Так. Здесь тоже Ctrl-R. Сюда. И здесь S, Y, 0. И потянули G по Y вот сюда. Так, для чего? А я хочу их немножечко сжать обе. Так. S. Ага. Нет, так и это тоже надо тогда. Ну вот так. Вот так. И может быть S по Y. Вот. Так будет красивше. А дальше вот здесь. Этот. Сказать. И так дальше вот этот и этот Shift Ctrl P в обратную сторону ноль. Неправильно. Просто Ctrl-V. Нет? Не делается? Не надо. Ну, сейчас по-другому делаем. Так, вот так. Е вниз. Так, хорошо. А дальше вот это ребро. Вот это ребро. Стоп. Вот это ребро еще. Так, это нам не надо, вот это ребро, и вот это, и мы говорим Ctrl-B, и говорим, что у нас 50, 500, Так оно будет лучше, мне кажется. Хотя, чтобы было и побольше. Вот так. Вот так бы правильно. Чудненько. Ну, надо было, наверное, здесь то же самое сделать. Что-то я не подумал. Берем вот этот. Этот. И вот этот. И то же самое. Ctrl-B. Чудо. Готов. Ключик один. Так. Ну, на второе хотел бы немножко по-другому сделать. Давайте сделаем, наверное. Сейчас попробуем вытащить один из этого. Так, скажем, Ctrl. Секунду. Ctrl-B. Нет? Shift-D. Поднимем. И
Неправильно подняли. Shift. Shift D по Z. И R по Z на 90 градусов. Вот так. И теперь вот этот момент нам надо с вами по-другому сделать. Это будет непросто, потому что здесь мы уже наделали черт знает что. Вот так будет нормально. Нет. Угу. Как это убрать? Так, ленись и больше не делись. Ну, попробуем так вручную чуть теперь делать. Мне здесь надо кольцо. Я не хочу просто убирать. Хотя, наверное, было бы проще намного. Ну, пробуем так. Ребят, честно, проще это убрать. Мне кажется, это будет действительно проще. Вот этот нет. Вот этот. Просто убрать фейсы. Все отлично. Еще два фейса. И здесь мы делали. Сейчас мы это тоже сделаем. Циркл. Вот она. Так. Тянем его на место. G по X. Смотрим сверху. Так ли это? Нет, не так. Еще раз. Вот так будет точно. Ну, здесь немного попроще в том плане, что сейчас попробуем из нее сделать что-то такое. Объект F не можем. Нет, можем. Можем сразу сделать. И давайте мы его. Стоп. Давайте мы скажем и. Вот так, да? Это правильно, это хорошо. Но нам надо еще поднять теперь это все.
Во-первых, сначала надо сказать, что это отдельный корабль. Так, теперь выделить. И теперь мы это дело все поднимаем. Это будет Е наверх. У товарищей все по местам. Так, желательно бы, конечно, сделать точную копию. Но, наверное, это не так просто. Теперь мы ее говорим Edge Bridge. Вот, Bridge мы сделали. И теперь выделяем вот эти вот внутренние части. По ним есть идея. Лишнее нам не нужно. Так, что я хочу сделать? Я хочу сначала сказать и. Не-не-не, теперь мне надо. Секундочку. Я хочу сказать и. Сказать индивидуэль. И потянуть это все ES внутрь. Вот. То, что я хочу. Отлично получилось. Так, теперь берем эту штуку, сбоку становимся вот с этого и поднимаем ее. И нам нужно ее соединить. G, мы по Z, вот так вот. Нам нужно ее вот так соединить. Так, надо ли нам заниматься этой ерундой в этой мелкой? Так, давайте мы сделаем следующее. Давайте мы ее еще раз немножко S по Z растянем вот так. И здесь так, секундочку, мы сделаем следующее. Так. И вот это еще. Нам нужно их соединить. Для этого мне необходимо выбрать обе. Вот это с этим, но вот этот не должен участвовать, вот этот вот, сейчас, секундочку, вот этот не должен участвовать в этом соединении, вот так, ему нужно сказать P Selection, да, все, а вот этот и этот должны быть соединены. Но сначала я к этому применю булю. Придется по одной, да? Ну что делать? Иногда, ну и порой, честно, жить не хочет. Ctrl B. Есть. И здесь.
Тут один растянулся, блин. Сейчас мы это дело удалим. Но нам не нужно совершенно. Удаляем. Не нужно это. Так. Этот. Нет, вот этот, этот. Тоже удаляем. Все, да? Вот, только единственное, что вот тут немножко не совпадет, но отплевать. Так, так, поехали. Ctrl-R. Нет, Ctrl-V. Тут что-то он не захотел. Ах, не важно. Так. Ну и теперь смотрим, как нам лучше сделать это. Ссылки можем теперь сказать join. Вот оно. Так. Этот. Ну, не знаю, как их лучше соединить. Зато. Один на другой переложить вот так, или один по другой. Один по другой будет правильно. Так, хорошо. Тогда у нас получается это с этим, это лого. Новый коллекцион, лого. И мы их переносим сюда. Есть. Включаем все. Где поставим-то? Так, это сначала это будет RPX на 90. Потом RPY 45. Вот, вытаскиваем на крышу. Ну и здесь мы ее, наверное, на поребрике поставим. Скорее всего, поставим на поребрике. Так, а что здесь такое интересное? Опля. Edit mod. Вот тут какие-то остались. Эдочки. Где-то я еще видел. Вот он. Чего-то. Так. Смотрим спереди. Тащим. Делаем чуть меньше. Делаем толще. Плюс. Вот это. Ну, солидно выглядит, да? Единственное, что немножко не там. Немножко ее подвинуть надо.
Что у нас по времени? 30 минут. Ну, еще осталось автосервис написать, тут всякие разные построить зеленые дорожки, да? И все будет хорошо. Ну, в следующем видео.